Привет, дорогие друзья, с вами я, Крафтсов Сергей. Сегодня мы будем проходить паркур в Майнкрафт. Понимаете, в Майнкрафт. В Майнкрафт, мать вашу. Майнкрафт, да. Наверное, вы играли давно все в Майнкрафт и знаете, что это такое, да? Мне же не надо объяснять вам, да? Ну ладно, мы будем сегодня паркурить в... Ну, по блокам. Погнали. Это так легко. Ну, я грохнулся. Ладно, бывает. Хоп, хоп, а тут легко. Хоп, хоп, я же не такой, ну. Ой. Погнали еще раз. Сейчас паркурим. Уже на втором испытании. Я думаю, мы нормально все пройдем. И все будет окей. Ой, грохнулся нечаянно. Оп, упал. Знаете, блин. Ставьте больше, пожалуйста. Да. Если вы хотите, чтобы вышла другая серия про паркур, то ставьте лайки. Да, и подписывайтесь на канал. Блок неправильно. Да ладно. Его возможно перепрыгнуть, если на шифте только делать. Это покажу сейчас. Видите? Прыжок! Опа! Хоп! Да. Хорошо. И все, мы уже на кактусом паркуре. Сейчас мы будем паркурить. Хренакс. Оп. Ё-моё, хп мало. Ой, упал. Как ну бас? Ну ладно, сейчас не будем тупить и пройдем. Быстрее. Так. Короче, когда я пройду это испытание, тогда я продолжу. Все, прошел это, только тут надо играть на простом уровне. Да, что не на очень сложном. Просто на уровне 0, потому что я знаю, потому что там правила были, я их прочитал. Какие правила, блин? Ну просто потому что у меня хп было мало, я сделала себе это. Уровень 0. Хоп, я хотел как профессионал, ну блин, я что-то подтуповал. Да, вот всегда так не получилось, блин. Чё курица так пелёшься? Всё. Это нам не нужно, и это мы выкинем, всё. Это нам не нужно, как бы. Вы понимаете, что как сделать вот такую вещь в телефоне, что вот тут вот скин будет, и как получается в компе? При помощи вот этой вот программы, да, вот такой. Оп, отлично. Все прошли. Дальше погнали. Так. Так. Нифига себе. Мы как профессионалы, ребят, с вами. Я же надеюсь, все у меня профессионалы, подписчики. Или, может быть, кто-то нубик. Опа. Пачки. И все. Тут у нас легкий паркур, как бы. Мы даже почти еще не упали. Зря я это сказал. Очень зря. Потому что я грохнулся, блин, опять грохнулся, но ничего страшного. Эп. Эп. И оп. Хопа. Да, карта называется, если что, райский паркур. Да, вообще, просто как будто, слышите, в раю этот паркур, да, проходим. Да. Вы можете ее скачать в Play Market. Да. Оп. Так что можете прямо сейчас идти и скачать, ну, досмотреть видео до конца. Потому что
Сколько тут испытаний-то, я не понимаю только. Все. Карта. Сейчас. Так. Грузись. Ну ладно, пока она грузится, давайте. Так. Так. Что-то нифига не грузится она. Прыжок! О нет, я промазал. Вот это вот самое, наверное, худшее испытание. Потому что я его терпеть не могу. Тут невозможно пройти. Я не знаю, сколько тут испытаний. Ну ладно, до конца что пройдем. Да, до конца пройдем и все. Ну-ка. Ну-ка, нам надо денечек, денечек. Упали, упали. Отлично. Ха. О нет, кто любит паркур из льда? Я вообще его терпеть не могу. Ёпарсеты. Капец. Фу. Так. Главное, ловкость пальцев, да? Ну вот на этих паркурах, на ледяных. Это так просто было. Конечно, один раз грохнулся, но ничего страшного. Прыжок, это как в лиственном паркуре и в каменном. Расстояние такое. Оп. Хопачки. И... Чё-нибудь. Да, после этого видео можете нажать лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы знать всегда, когда выйдут мои видео. Да. Я думаю, все так. Да ведь? Оп. Оп. И самыми первыми знать, когда выйдут мои видео, да. Черт. Опять я упал. Капец. В горле сильно что-то першит. Офигеть. Ой. Да, ребят. Вот такая вот у нас фигня. Блин, опять я... Блин, как это сделать? Так, ну да, туда надо. Ну, это... Блин, это нереально. Или это реально? Это нереально! Капец. Опа. Во, изи. Твою мать. Блин. Блин. Все. Блин, черт. Или как? Это невозможно же вообще. Опа. Да. Опс. Опс. Фу, хоть книжный шкаф такой. Не издеваются. Не. Второй раз такой же паркур. Только из книжек и... Опа. Да как? Блин, капец, это невозможно, если невозможно. Но все у нас возможно. Не бывает такого невозможного, да, ребята. Опять я грохнулся. Это я не специально делаю, ребята. Так что, давайте без дизлайков. Давайте, пожалуйста. Не надо дизлайк ставить, блин, капец. Я не специально тут просто блоки не... Неправильно стоят. А я их ломать еще не могу. Сейчас с удовольствием сломал. Ха! Офигеть. Давайте попробуем как-нибудь. Блин, ну капец. Так, все, я прошел до сюда. Ха, блин, давайте с четырем уже. Блин, ну. Я могу, конечно, блоки ломать, но, блин. Давайте еще раз попробуем и все. Да черт, куда я прыгнул? Ладно. Ведь забираем.
Раз, два, три, четыре. Не надо писать, что я читер. В блок страйки не надо писать, что я читер. Ладно. При чем тут блок страйк? Ой, такая легкотня. Так. Так. Тут видите, как не видно ничего. День. Фу, нифига. Опс. А там без. Шесть. Все. Так. 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 Черт подери. Не знаю, как это слово говорит. Ну ладно. Да ё-моё. Капец. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все. Фу. Шерсть теперь у нас типа из всех блоков паркур. Опс. Там даже из бездны вроде бы был. Нет, это из бутылка, блин. Опс. 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 Это легко как бы из бедрока. Бедрок сам трудно добыть, а это... Ребят, походу тут карта взломалась. Давайте поставим. Хоп, хоп, хоп. Опс. Это легко, как бы я не нубик. Опс. А тут у нас спаунер. Блин, мобы, мобы, зомби. Да. Так, отлично. И куда? Вот сюда. Опа, блин, я не допрыгнул. Ну, ладненько. Ничего страшного. Или сюда надо? Все-таки туда. Оп, оп, нифига себе. Походу, надо было сюда. А, нет. Ну, я правильно сделал. Главное, что прошли. Так. Так. Это рельсы. Вот тут вот, ребят. Вот тут вот. Можно грохнуться и сдохнуть. По-русски говоря. Оп. 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 Фу. Оп. Фу. Мне жарко стало. Да ну нафиг! Мы прошли карту! Ребята, смотрите, тортики холодные. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Тортики. Да, ребят, давайте я тут такой... Хо! Тортики! А кто любит тортики? Ставьте лайки, да. Кто любит тортики? А кто не любит тортики? Тоже ставьте. Короче, вот все, мы залезли. Уже у нас подход к концу. Серия у нас тут всякая. Что? Так, стоп. Тут меняется или что? Майнкрафт, моб, короче, окей, ребят, мы не будем ничего читать. Мы будем с вами прощаться. Потому что всем спасибо. Потому что знаете почему? Тут все по-английски написано, да. И как-то по-китайски походу. Да. Вот на четверочке мы почему-то с вами прошли на четверочке. Да, наверное, потому что считерили. Но ничего страшного. Может, в следующий раз какой-нибудь паркур карта мы пройдем на 5 баллов, да. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось. Да, а я желаю вам всем удачи и всем пока-пока. С вами был я, Кравцов Сергей. Всем пока!